Доброго времени суток, это Тиджой. Наконец-то я проснулся от спячки и готов продолжать проходить Фури. Могу ли я вернуться назад? Судя по всему, нет. Но, кстати, красивая зато есть анимация, когда я вхожу и выхожу. Ладно, погнали, посмотрим, что там будет дальше. Я нажал на... вроде как А, и персонаж сам по себе пошел дальше навстречу приключениям. Понятия не имею, что сейчас будет. Сказали, будет какой-то повелитель времени, и больше ничего не знаю. Надеюсь, это не вся локация для битвы. Вот очень надеюсь. Музычка тут такая, конечно, необычная. Да, в принципе, локация выглядит... Ну, тут все локации между собой отличаются кардинально. Это хорошо, это меня радует. Очень пафосный мост, который появляется по ходу моего движения. О, да, красота. Канжиру ка? Маруде юме но ё да. Сойо казе. Шизуке са. Кону башо о тоби татте, васуре сару кото га декиру ёна ки га суру. Очень странный персонаж, серьезно, я... Но ты знаешь, что ты знаешь. Если ты не можешь идти по своему желанию, то мы не можем выйти отсюда. Настоящий мир не здесь, а на другой стороне. Это нормально вообще, что я так иду? Как-то по стене непонятно. Странно вот этот кролик, я ему что-то вообще не доверяю, но... Вроде бы пока что на моей стороне это уже хорошо. А музыка-то все круче... Что за херня? Окей, это выглядит странно. Нормально тебе, да? Хорошо, я даже не знаю, как зовут главного героя, кстати. Но это уже больше похоже на арену. Просто огромная какая-то площадка. Правда, я как-то боком иду. Это плащ задран вверх? Или что за долгая локация такая-то? Ой, борега чиказуйте куру даро. Митаме де хандан су. Окей, хорошо. Неплохой вопрос на самом-то деле. Музычка неплохо разгоняется. Господи, какие длинные локации! Долго я еще ходить-то буду? Ну, я, конечно, ничего не делаю, я просто держу геймпад в руках и жду, когда персонаж дойдет до конца, но, черт возьми, это очень долго. Но красиво, кстати. Кролик все подначивает и подначивает меня. Ну вон как эта сфера впереди, наверняка я буду там уже драться. Все, больше островов не осталось никаких. В комментариях писали, что этот босс прям ультра сложный, кстати. Кто-то сейчас будет умирать. Много-много раз. Я, конечно, почитал ваши советы, но не уверен, что они мне помогут. Потому что я половину из них забыл, а половину не смогу реализовать просто. Ох, странный старик с наушниками. Какой-то маг земли из Аватара. Кими
次の機会まで。Окей. Окей, что делать? Чем больше я стреляю, тем больше будет назад. А чё так много всего сразу? Погодите. Блин, чёртов фури не дает просто отдохнуть. Надо наверняка пробить его броню. ХП! Так, хорошо. Надо немножко ХП насобирать. Я вижу еще кое-где. Блин, жесть, настрелял, и как теперь жить-то? Давай, ХП, ХП, ХП. Хорошо. А, кажется, я свои же выстрелы могу потом ломать, я понял. ХП! По-моему, я когда беру ХП, еще больше теряю. Так, ну первая фаза должна быть... А, у него всего 4 фазы, кстати. То есть босс будет быстрый, наверное, но очень сложный. Вернись, говорит он мне. Я не хочу возвращаться. Я хочу пройти игру просто. Дай ХП. Да, господи. Довольно сложный момент в том плане, что я сам себя убиваю. Так, хорошо. Немножко больше здоровья. Я тоже вижу свое будущее. Чисто то, что я умру 10 раз. Но это должно быть весело, хотя бы. Так, все, хорошо, более спокойно стало. Наверное, имеет смысл стрелять более заряженными выстрелами, да? Хотя не факт, что это как-то влияет на урон. Но вроде получше. По сути, он меня даже не атакует практически. То есть вот он один выстрел делает и все. Все остальное делаю я. Как бы мне его пробить-то? Я бы и здоровье не отказался восстановить немножко еще. Фраза того парня заканчивается. Ну какой парень? Это уже дедуган старый. Вижу ХП. Я хотя бы начал обращать на эти зеленые кружки, так что это хорошо. Прогресс есть. На самом деле я не играл в Фури несколько дней. Дня 4, наверное, или сколько прошло. Так что я, наверное, буду лажать. Больше обычного, скажем так. Давай, откройся. Ладно. Сделаю еще одну дыру. Господи, я просто не могу его последний барьер сломать. Хватит болтать. Я-то уже все слышал. А почему я так много хп-то потерял? Сколько я? Раза 2-3, наверное, словил эту атаку. Или больше. Ладно, пофиг. Надеюсь, что я все восстановлю на парирование. Мне сказали типа того, что... Да заткнись. В смысле, самим собой сражаюсь. Так, это странно уже. Типа, мне просто стоит сдаться, да, чтобы не тратить время или что? Да хватит. Что-то я сказать хотел, и он меня сбил. А, короче, вы писали в комментариях типа того, что когда начинается дуэль, мне не стоит бить первым. Нужно сначала спарировать все атаки, а потом уже атаковать. Иначе это плохо закончится. Так что я, наверное, больше торопиться не буду, как раньше. Но уже почти-почти пробил. ХП. Еще больше ХП. Да нет, фак. Отдайте ХП. А можно спамить специально, чтобы ХП больше вылетело? А, я его пробил. Неплохо. Это что за приколы такие? Тут надо таймить, как... Как хз кто? Так, ну к этой атаке очевидно, что подходить не стоит. Господи Иисусе, какой хардкор. Сложность просто жутко возросла. Ладно, хорошо, это хотя бы интересно. Что же будет дальше, я даже боюсь представить. Выглядит паршиво. Что конкретно? Скорее всего, мой скилл, да? Тоже согласен об этом. Насчет этого точнее. По-моему, шариков стало больше. А я вообще его дамажу или нет? Ничего не понимаю. Пока я разберусь, что здесь делать, я, наверное, сдохну.
Но, видимо, больше одной хилки здесь не взять, окей, я понял. Наверняка нужно этот столб ломать, потому что он мерцает. Он уже красного цвета, а был вроде оранжевого. Куча хилок! Отдай мои хилки, пожалуйста. Давай. Да стопы! Открытое достижение? Чего? Что за достижение? Получить 1000 раз по лицу или что-то в этом духе? Давай, 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 давай. Хорошо. Надо хилки все собрать. Блин, у меня в спину бьет, пока я за хилками бегаю. Надо парировать, а я хочу подхилиться. Да отстань ты. Наверное, все-таки стоит парировать его атаки, а не собирать хилки. Хотя я уже пол хп восстановил. Ну и пол хп потерял. По-моему, все, что я восстановлю, я сразу же теряю, да? Это какой-то байт просто на хилке. Я понимаю, что надо спарировать атаку, но... Хилки дайте, пожалуйста. Так, хорошо. Feels bad. Так, походу я сейчас сдох на первый раз. Ладно, ничего страшного. Зато фазу запомни лучше. После каждой смерти ты наверняка больше запоминаешь. Я сдох, да? Нет, еще жив. Когда я уже сдохнул? Я уже настроился. Ладно, давайте попробую спарировать, окей. Чертов bullet hell. Раз. Куда-то улетел. Я время останавливаю. А, это он останавливает время. Каждая секунда дорога. Чего? Я похилиться хочу. Господи, что происходит вообще? Там хилка. Еще одна хилка. Давай, давай. Гляньте, мои выстрелы тоже останавливаются. Круто сделали. Реально круто. Уникальный босс. Как и все предыдущие. Мне тоже нравится помедленнее. Я не умею парировать, но ладно, ничего страшного. Давай еще разочек. Иди сюда. Раз. Два-с. Три-с. Не пойму, меня снаряды бьют или нет? Сколько раз парировать-то надо? Давай. Фак! По-моему, я сейчас сам себя убил, да. Не стоило его бить. Блин, да чего прорав... Это только... Это все одна фаза была... Охренеть! Это все одна фаза была, прикиньте. Господи, это надолго. Ладно, хорошо, я запоминаю. Я запоминаю, что нужно делать. Запоминаю, как терять еще больше хп, чем нужно. Тут тяжеловато уклоняться, потому что еще и выстрелы вот эти, которые статичные, да? Давай, иди сюда. А ему насрать на мои выстрелы. Вот это несправедливо, я считаю. Я, конечно, умру, но ничего страшного. Господи Иисусе, как все плохо. Че еще сделаешь? Я понял. Ни секунды покоя просто. Это я как сделал? Это я случайно сделал, этого делать не стоило, наверное. Давай, давай, делай что-нибудь хорошее, пожалуйста. Крайне шустрый, кстати, босс. Я это уже говорил, наверное, но я до сих пор удивляюсь его скорости. Я уже красный, это плохо. Все, откисай, парень. Не так быстро, две фазы осталось. Он быстрее стал. Ага, понял. Понял, но сложно, господи. Те же самые фазы, но более сложные стали, гораздо более сложные. Просто жесть, тут таймить надо. Охренеть, 3 хилки улетело. Это очень сложно. Так, одна хилка есть. И сразу же просрал ее. Класс. Надо как можно дальше стоять, чтобы было больше пространства.
Подожди, да в смысле куда ждать? И так больно. И что это такое? Что с этим делать? Я вижу хилки, я хочу похилиться. Очень сильно хочу похилиться, давай. Хилься, красавец. Опять ты начинаешь вот это свое. Вроде дают хилки, но знаете, они такие, они только мешают. Ты на них отвлекаешься и теряешь еще больше хп. У меня, кстати, два здоровья есть. Точнее, две жизни. Давай. Хорошо. Еще одна. Парировал. Еще теперь. Еще теперь. Одну запари... Ни хрена! Лови. Походу, я сам себе надамажил, да? Вот так заканчивается цикл, мы еще встретимся... В смысле? Я сдох? Раз. Раз, два. Не успеваю. Да господи, как быстро. Раз, два. Ладно, хорошо, я признаю свое поражение. Это был очень плохой плей с моей стороны. Сейчас гораздо лучше иду. Два дэша больше не требуется. Что, он начинает это жестить. Да все, остановись. Да фак, господи. По-моему, где мои здоровье? Как же все плохо. Давай, 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 давай. ХП, ХП, мне нужны ХП. Я говорю, я больше теряю, чем получаю на самом деле. Хотя вроде бы немножко похилился. Давай. Я готов. Погнали. Здесь надо подальше от него держаться, иначе я огребу. Я в любом случае огребу же, да? Ну, конечно. Я в любом случае огребу, что бы я ни делал. Ну там камбухи да это, я просто один удар ему сделал и постарался убежать. Там еще одна хилка была, я видел. Да пошел ты нахер, короче, на. И блин, проблема в том, что в него стрелять невозможно-то. Так бы можно было более сейфово играть, а хрен. Что это за хреновина возле... Они меня дамажат, почему? Это мое. Очень жестко, на самом деле. Давай. Давай. Я готов. Не совсем, но постараюсь. Я сдох. Супер круто. Он как-то странно бьет. Я не понимаю его атак. Вот совершенно. Серьезно. Ни капельки. Я не понимаю этого босса. Так, заряд получил, значит, можно драться. Такой с виду хиленький, а херачит, блин, сильнее, чем два предыдущих босса. Вместе взятых. Да ладно, я парировал две сложных атаки. Я что-то смог сделать в этой жизни. На нахер. Че, хилка где-нибудь есть? Валяй. А, надо бить, если не бить, тогда будет все плохо. У меня в любом случае все очень плохо. Что ж так хардово-то, а? Я не понимаю, господи. Он стоит на месте, типа, ну бей меня, я его убью, а в итоге я умираю, понимаете? Я не понимаю, вот что я не понимаю. Как же он миксует свои атаки-то жестко, а? Вот почему я его сейчас пробила, до этого не пробила? Я не понимаю. Это сложно. Слишком сложно для моего крохотного мозга. Подожди, я понял, жду. Давай, босс. Бей меня, бей меня, бей! Господи, бей... Бей. Ну? Я опять облажался.
Нужно ждать, когда он меня будет бить. Потом уже я начинаю. Все, я понял, хорошо. Too easy for me. Давай. Все, я готов тебя просто унижать. Я все понял. Хорошо, я учусь на своих ошибках. Давай. Старикашка чертов. Я тебе просто как книгу читаю открытую. Сначала ты меня бьешь, потом я тебя ломаю. План таков. Я что, прошел? Да ладно! Я стал одним целым с Фурией просто, господи, как же это сложно. О, ну начинается Bullet Hell, да, как я люблю. На самом деле, я нормально отношусь к Bullet Hell'у. Особенно Фури. Он здесь довольно классный. Еще что-то плохое будет, да? У него фазы интересные, знаете, такие типа выжидания. Все-таки он учит пользоваться временем как мужчина, а не как маленькая истеричка. И что дальше? О, господи, это будет сейчас такой хаос полный. Лучше вот так стрелять, наверное. О-хо-хо-хо. Ну понятно, просто понятно. Доджи, Сережа, доджи. Что еще делать? Ладно, справимся как-нибудь. Сколько здесь этих штук осталось? 6 еще? Надо вот эти оранжевого цвета ломать. Они как-то возле меня становятся. Я слышал то, что их можно отражать, но экспериментировать я не хочу, если честно, потому что слишком хорошо все идет, господи. Вряд ли я пройду, но потренируюсь хотя бы. Давай. Так, хорошо. То есть, видите, здесь больше моих синих выстрелов осталось, чем вот этих оранжевых. Я сам себе, по сути, мешаю. Идите к черту, не зажимайте меня. Так, еще минус. Он там уже просто магмой пылает. В его сердце она определенно есть. Давай, 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 господи. И хилок вообще ноль, заметили? То есть это особенность этой фазы наверняка. Такая неудобная камера, если я туда подхожу. А, вот, теперь хорошо. Живем, живем, живем. Пожалуйста, я должен пройти эту фазу с первой попытки. Она несложная. Она выглядит несложной. По крайней мере, вот этот момент. Надо просто не торопиться. Bullet Hell — это мое второе имя. Можете так и писать в комментариях теперь. Я человек Bullet Hell. И чё... Класс. Смог. Ой, сейчас будет пот, да? Я готов. В смысле, я прошел? О, господи Иисусе! Я прошел! Охренеть, я уже готовился к чему-то еще. О боже, эта игра безумна. Очень классный босс, у меня подучил парировать и доджить, серьезно. Даже жалко его убивать немножко. Это не конец, может быть? Давай. О, господи, ну его прям насквозь проткнул. Это был крутой батл, это был чертовски крутой батл. Давайте посмотрим на нашего Камера сломалась. До сих пор не особо понимаю, о чем речь, но потому что загадок все больше, ответов так и не дают. Очень классный батл, серьезно. Я не знаю, я раза 3 или 4, наверное, точно сдох. Я в конце даже не понял то, что я фазу прошел, понимаете? Я прям четко смотрел за его оружием, и он уже телепортировался сюда. Это вымысел, это не настоящий NPC-ник, 100%. Так, это выглядит как-то ядовито.
Знаете, на этом моменте я заканчиваю, как обычно. Вы сами понимаете, по боссу на серию, таковы правила. Надеюсь, то, что вам понравилось. Надеюсь, то, что будет больше 10 тысяч просмотров. Очень сильно надеюсь. Ладно, давайте, до скорого и, как всегда, peace. Какое-то объявление Battle Royale сделал. Нахер ты сейчас объявление делаешь? Я видео снимаю.